Максим, бой был очень энергичным. Подскажите, что вам позволяет сохранять такую энергию вплоть до конца боя? Да, бой был достаточно тяжелый, изнурительный. Ну, дело все в том, что нужно тренироваться очень тщательно, ответственно подходить к поединку, и тогда все получится. Может быть, для начинающих бойцов какие-то лайфхаки, уловки, я не знаю, поделиться опытом? Нужно просто тренироваться, отдавать всего себя любимому делу. Если тебе это правда интересно, и ты в дальнейшем хочешь продолжать и двигаться в этом направлении, то, я думаю, не затруднит тренироваться и отдавать всего себя. Во время боя ваш настрой сильно зависел от поддержки публики. Как вы чувствовали, когда началась победа? Конечно. Очень приятно биться дома, когда вокруг находятся твои близкие, и поддержка очень много решает на самом деле. Помогали ли? Именно в этом бою мне очень сильно помогла поддержка. Именно в тяжелые моменты, можно сказать, эти крики помогали мне, и я находил себе силы. Возможно, именно в этом кроется неуемная энергия Максима. По поводу советов тренера, насколько они вам помогали? Прислушивались ли во время боя? Да, конечно. Мы заранее всегда с тренерским штабом разрабатываем планы поединок. И я стараюсь придерживаться этому плану. Во время поединка, соответственно, мы можем носить какие-либо корректировки уже по ходу боя. То есть у вас была тактика, и вы ее придерживались? Да, конечно. Кому бы хотели сказать слова благодарности? В первую очередь, спасибо, как я уже сказал, моим родителям, которые морально всегда со мной, всегда поддерживают меня в трудную минуту. И также слова благодарности своим тренерам. Сарионову Роману Александровичу и Жалилу Нейману Фаиловичу, которые помогали мне в период подготовки к бою. Ну что ж, Максим, после такого боя желаю только дальнейших побед и карьерного роста. Спасибо. Попрощаемся.